это же знаменитости. Вот. Информация об их жизни, так сказать, она всегда более будет ценна, чем информация, допустим, о жизни моей. Да? Вот. Это нормально абсолютно. Вот. Эти люди, они, так сказать, специально сделали из себя, значит, знаменитости. Они над этим работали. Да? Вот. Значит, они специально оценивали, значит, повышали ценность каждой новости о себе. Своими поступками, какими-то достижениями, эпатажем, чем-то еще. Вот. И это, так сказать, это такой бизнес. Новости из жизни знаменитостей людям помогают переживать собственные новости. Вот. То есть роды Собчак, да, они отчасти помогают каким-то людям, значит, оценить свое состояние, так сказать, беременности, так сказать. А вот ничего, Собчак родила, и я смогу. То есть, как-то вот так. Вот. Кому-то, значит, пережить более или менее достойно очередной приступ давления, значит, сделать какие-то правильные выводы из этого всего. У этой индустрии, несмотря на внешнюю, так сказать, бестолковость, есть положительный выхлоп. Вот. Новости о знаменитостях помогают людям перенести и пережить новости о самих себе.